Дарья Марс – это детский сад, куда каждое утро дети с большим удовольствием идут, где их ждет теплый прием, добрые воспитатели и грамотно поставленная интересная обучающая программа. Дошкольное учреждение было открыто в рамках программы государственно-частного партнерства и сегодня лидирует по всем показателям дошкольного образования. Сегодня в детском саду «Дарья Марс» дошкольное образование получают 250 малышей. Воспитатели приучают ребят к чувству времени и дисциплине. Здесь работают специальные развивающие классы, которые помогают раскрыть интеллектуальные возможности малышей. Агалшин кабинета, Мансори кабинет. Для развития детей здесь действуют множество развивающих кружков. Вокал, хореография, казахша кюрес, дзюдо и тайквандо. Есть бассейн, который зимой и летом посещают наши ребята. Они учатся плавать и развиваться. Воспитательный процесс в «Дарья Марс» проходит по современной методике. Для оздоровления и закалки детей здесь действует бассейн, где работают профессиональные тренеры. Они обучают детей правильному дыханию и держаться на воде. В классе Монтессори проходят развивающие уроки на английском языке. В нашем детском саду есть специальные классы, которые помогают раскрыть интеллектуальные возможности наших малышей. И мы работаем по современной методике на трех языках. Здесь есть развивающие кружки, вокал, хореография, Монтессори, бассейн, английский язык. В этот детский сад я хожу с 3 лет. Здесь я научилась читать, считать на английском и на русском языках. Мне здесь очень нравится. Также нас хорошо готовят к школе. Дети в игровой форме изучают языки. И немаловажное значение – квалифицированный педагогический состав помогает раскрыть в детях скрытые способности к искусству и рисованию. Ведь детский сад – это колыбель счастливого и солнечного детства. Гульнара Шагдарова, Абай Хуралбаев, Нурлан Алтынбеков. Новости.